бутылками все дела. О, это военка, ёбарный бабай. Слушай, а тут военка по дороге к тебе, к старому. Так она всегда была. Я ее лутал перед тем, как ты пошел. Лутал, да? Ну там, я думаю, может, отклонилось что-то. Там где-то ничего не было. Я могу зайти на нее просто. Давай, да, сейчас у меня. Что у тебя? Бля, там чел. Там чел. Видел меня? Интересно, че? Вижу его, походу. И ты тут у меня у военки. Мэтт, быстрее. Нет, не я, не я, не я. У меня кто-то заряжается в доме. Понял. Внутри. Я тут еще контакт. Блин, у меня EMP-шка, короче, и по одному патрону заряжаю. Чёртовы бронеёлки. Да. Ёп. Это друг того. У тебя двое там в итоге убитых? Походу да. Нет, убитых нет. Убит один. У меня хпшка желтая, короче. Чела тут все есть на свете. Мой чел убежал куда-то, я хз. Угу. Чего у тебя по патронам есть? Макаров 9.19 есть? 9.19 есть. 308 есть. 7.62 на 45 есть? Есть. 45 я сам с ними. Кидай на эти 9.19. Корняк забрал с него. Перелома не было. О, нахерово стало. Чё? Всё-таки отравление. Короче, нихера нет. Вот кто Старкова, господа, оцените эти анимации лежа. Как вам? Сейчас вспомните хардкорный реалистичный Тарков просто. Это Шау? О, этот, блин, как его? Скаут. Ну да. Они его пионер просто обозвали. Только здесь они его пионер назвали. Просто переименовали его.
У них так скаут и назывался вроде. Ну, видимо, за скаут их нагнули, походу. Поэтому стал пионером. Воды нет, то есть все больше. Да, блин, она загрелась. Попал. Я где-то в текстурке, что ли? Вроде нет, у тебя кровь не идет? Я не знаю, я же без сознанки. Просыпаюсь вроде. Я бужу. Понял. Спасибо. Тут меня также военные зомби тут раз вырубили. Пока меня с двух ударов вырубили, блин. По-моему, вижу жмурика. Да-да-да, труп. Зеленое здание. Дальнее, да? Дальнее, за ним труп. Походу, с ним весь файт и идет, мне кажется. Думывали своих этих зараз, блин. Сейчас как играть-то, блин? Что, это сишка, блин, или граната такая? Это сишка, скорее всего. Звук какой-то вообще необычный. Это сишка, скорее всего. Что там, видимо, рейдит пацаны. Пойдем подходить. Тогда что мы делать? Вовремя. Бля, три еда. Они ломают двери, что ли, там? Чё они там ломают? Я не знаю, у меня мутит, блин, какая-то. Я подхожу. Там, короче, калаш и эмка стреляла только что. Ты меня пикай, меня убили. Не убили. Тебе пикач, я понял. Ну просто за угол сидел и думал. Чувак у двух рядов белый, вот, от зеленый, если... Я слышу, они стреляют, добивают тебя. Давай, зомби. Пойди на них. С этими с простудами в Дейзи реально хочется просто зайти в Тарков, прям стрелять уже. Вот такой перебор. Вон он, вижу, сидит еще один. А, двое там даже сидят. В базе. Да, они с базы отстреливаются, короче. Ящики разбираю. А, они ящики. Вот они, походу, уже зарейдили. Они ящики там вытаскивают. Пробью, не пробью, интересно здесь. Кого убил, ты меня снял? Нет, я его сильно ранил с бизона. Ну все. Thank you.
Блять. Открой дверь, игра. Готов? Блять, но я сильно ранен. Надо добить этого типа. Достанься, ёпта. По сути, мне одна пуля, я умираю. ПП-шки нет. Видно-то тут. Нет. Отчего я умер? Патронами. У меня тоже там был Витязь без магазина, но у меня была пачка патронов. Он все собрал, естественно. Где 19 же, да? Да. Пойдет тогда. Ты бежишь по дороге? Нет, нет, нет. Понял. Блять, зомби. Первый ты там раньше стоял. Красный платке на голове. Это не тот чел, который тебя убил. Да, он. Значит, у него дробовик. Зомби, блять. Значит, у него дробовик. Блять, еще один зомби. Все, там бежит по опу, но за ним ни один зомби не гонится. В это зеленое здание зашел. Вот он. Готов. А что у тебя за пушка была? Видишь? Да-да-да, вот он, дробовичок, все дела. Видишь? Есть? Зомби, конечно же, услышали. Глушитель. Как они не поправили эту лабуду. Так. Рабовук. Да? Скорпион у него еще с собой есть. Еще один Витязь, кстати, в сумке. Ну, вот это с меня он забрал. Миллионы еды. Ну все, мы сейчас на север побежим. Вот это куда-то еще. Глянь, кстати, на сумку потом, как они сделали. То есть теперь нормально, типа, держатся. Тут прикольно. Тебе бутылка, кстати, нужна? У меня есть бутылка. А, окей. У нас выживший.
Убегает в сторону холма, в сторону холмика. Вижу. Окнул его. Что-то там одет, так сейчас помню, да? Не-не, там со сковородкой в руках бежал. У него ЦР 500, ЦРК есть, чтяк. О, бутылок-то сколько, ебаны. Сейчас побежим на север, теперь точно зато с водой. Проблем не должно быть. Так, сало... Сумка нужна это? Что-то сало я не хочу брать, мало ли из чего оно. Сумку бери, бери. Да, я тоже думал, это типа хелика, это просто у них так сделано, типа... Туман сел прямо на глазах, капец. Mm-hmm. Только что видел все в оптику, больше не вижу. Битый чел. Воняет? Тешки? Нет, не воняет. Значит, кто-то есть здесь. Ты сейчас бегаешь? Сейчас остановился, до этого я бегал. Ты ходишь? Да. Выбери свою казарму. Знать бы время, через сколько они тут воняют, как бы, но... Через сколько по стандарту воняет? Он весь раздетый. Я не помню. Я одел зеленую каску тактическую. Ты ко мне подходишь? Да-да-да, я открою сейчас дверь, возьму тогда синюю. Так, тут у него Blaze 95 с оптикой. Можем, конечно, туда сходить. Но там нет такой интенсивности сейчас вообще. Да, там, видимо, одни бомжи пришли теперь с другими бомжами драться. Но интенсивность была, потому что они, наверное, ломали что-то, расстреливали. Передами тип убил. Здрасте. Не шевелись. По-моему, еще ходят. Где? Эти ли трава так шелестит? Давай вдвоем. Вот здесь где-то слева. Трава, наверное, шелестела. Вот ты сейчас напугал меня, блин. А я не испугался? Забыл, что я хотел сказать. О, калашик. Не тот ли, который там уработал того типа, блин? Давай, лутай его, я прикрою. Ляг, лутай, я прикрою. Буду слушать. О, нет, дальше. 100% дальше. Ладно, давай тогда здесь выйдем. Камушка где-нибудь. Потом уже тогда нашим скажем, чтобы к вереснику дули. Да. Все.